Якщо звукового обводу не буде, він буде падати вниз. Пойдемо трошки почати. Ця програма, по-перше, демонструє використання звукового управління. Це найпростішого варіанту. По-друге, демонструє бібліотеку. По-друге, демонструє мову програмування процесинг. І є середовище розробки пов'язаних бібліотеки. Процесинг є підмноженою мови Java. Вона призначена для спрощення роботи з графікою, для того, щоб навіть не програмісти могли програмувати власне графічні різні проекти, так звані скетчі. За допомогою інструментів процесінга можна компілювати ці скетчі в виконувані файли Java. Також в аплікації для Windows, для Linux, проекти для Android, також в код JavaScript, згідно зі стандартом HTML5. Ну, а до цього я сам не пробував. HTML5 я сам не пробував, я тільки читав, що так. Так, а что это нарисовано? Что происходит вообще? Зображений летающий объект, рух якого залежить від звукового вводу. Ага, окей. Від мікрофону. Змінюється висота польоту залежно від сили чи тонусу. Залежно від амплітуди звукового вводу. Амплітуда звукового вводу, тобто... Чим голосніше говорити, мікрофон тим він буде вище від літа. Мені треба дуже сильно старатися, щоб він вилетів за екран. Але він вилетів. Вилітав. А він має вилітати на цей квадратик всередині? Це є кіт. Цей квадратик є кіт. Швидкість цього польоту залежить від формули, в якій враховується поточна амплітуда звуку, поточна гучність і максимальна гучність, яка подавалася на мікрофон від часу запуску програми. Таким чином, чим довше він летить, тим важче його підтримувати в польоті. А що, чим довше він летить, тим важче його підтримувати в польоті. І чим голосніше ви вже кричали в мікрофон, тим голосніше ще доведеться кричати. Ну, взагалі-то, всі формулі можна змінювати коефіцієнти так, що він буде або летіти стабільно сам, або підстрибувати вгору вниз від найменших шумів. Або навпаки, треба буде дуже голосно кричати, щоб його підкинути вгору. Ну, це була моя перша програма на Android. Власне кажучи, це заготовка гри. В ній буде рахунок очок, будуть якісь перепони, які треба буде обминати. Ну, це все ще в процесі розробки. Дякую за увагу. Пробуй найголосніше. Траля-ля-ля-ля! Ні, він не вилетів. Давай, іди. А що я буду говорити? Ну ладно, давай. Можеш в своїх інграх пошарити відео з камерою. А то у тебе твій екран шариться. У мене вона не включається зараз. Вона повисла. Okay, so всім привіт. Мене звати Остап. Там біля пульту стоїть Віталій Остап. Я у нас в команді. Роман сидить на сторінах.
за столом. От, нас трохи підзимає час, і ми коротко розкажемо, що ми зробили. Отже, скоро буде в Львові Євро, і наша влада дуже постаралася зробити все для того, щоб місто виглядало кращим, гарнішим, і не було зручніше пересуватися і користуватися. Тому вони вирішили повністю поміняти транспортну систему. І все насправді виглядало, було схожим на стандартний хаос, тому що людям все змінили, і вони навіть не знали, як добратися ні на роботу, ні додому, та будь-коли, і будь-куди. От. Тому ентузіасти зробили в інтернеті зразу кілька сайтів з можливостями знати свій маршрут. От. Але для цього потрібен був постійно якийсь хороший браузер, щоб там загрузився флеш або ще там щось інше. От. Тому ми вирішили, та й ноутбук зрештою, щоб гарно переглянути всі ті великі сайти. Тому ми вирішили зробити якийсь такий простенький Android-додаток для мобільного, яким буде зручно користуватися, можна буде ввести адресу, де ти зараз є, куди тобі зараз потрібно, і він знайде тобі найкращий маршрут. Тут погано видно, але там введені дві адреси. Адреса мого гуртожитку є, і адреса аквапарку. Так, я насправді не міг добратися на роботу перші два дні. От. От, програма підтримує дві основні фішки. Підбір маршруту по чи найшвидший час, чи по максимальній економії коштів. Для студентів актуальна максимальна економія коштів, коли алгоритм підбирає маршрут. Коли алгоритм підбирає маршрут, та вони підбирають. Говори. Коли алгоритм підбирає маршрут відповідно зі знижками студентських квитків і так далі. І також можна виключити от цими трьома кнопочками, чи автобуси, чи трамваї, чи тролейбуси. Тобто ми можемо вибрати, на якому транспорті ми будемо добиратися. От. Скажемо, пошук. От. Тепер від гуртожитку до аквапарку, де наш устав працює, їсть одна маршрутка замість чудових трьох. Так, ось тут одразу видно один з варіантів. Маршрутка 44. От. За бажанням можна детальніше переглянути інформацію про цей маршрут, скільки приблизно трішки часу потрібно йти до зупинки, які зупинки потрібно проїхати і скільки часу потрібно буде ще потім йти пішки до важного об'єкту. І на карті намальовано. І на карті приблизно намальований орієнтований маршрут. От. Ну, все. Можливостей для вдосконалення багато. Знайдете, де скачати базу Києва, зробиш ще Київ. Перше, одне запитання пропозиції. Перше, користувався подібним додатком в різних країнах, а персональна порада перекласти на межі базу вулиць з латиницею. Я дуже веселився в Ізраїлі, коли я скачав три додатки з маршрутами наземного транспорту, в жодному з них не було вулиць латиницею. Це було дуже незручно. Львів'яни переважно, да, два рази ви не знали, третій раз ви знаєте. Якщо хтось приїде, особливо хто не володіє українською, як не менш база вулиці, основний функціонал має бути латиницею, для, особливо якщо ми кажемо в підтовці до Євро. І по-друге, якщо потрібно, коли ви допишете свою базу, можу здати контакти того самого Гугла в Україні, тому що в них, наскільки я знаю, ще немає бази публічного транспорту міста Львова. І можна буде якнайменш почати діалог про те, щоб ви стали перед постачальником цієї бази. Можна знати. Дякую за пора. Ще питання? Ну, тоді дякую всім за участь. Ми вже повинні пізнати нам приїхати всі. Через нас думають. Авай. Авай. Anyway. Find your way. Так, щасливої дороги, дуже шкода, що не будете на Альфаті. Є мікрофон? Так. Всім попасти. Адже ми себе сьогодні.
Hello? Hello? Фридер, do you hear us? Давай. Фридер? Окей. Брюссель, же так. Do you hear us? Переходимо на англійську. Hello, Брюссель? Hello? Окей. Ви так чи так вже продовжуєте? Хорошо, приглашайте следующий участник. Especially for musicians. It gives possibility to record several audio files at different times. For example, several musical instruments or different parts of one song that are played by one instrument. Not at the same time, but listen to them together. Let's take a look at our program. It consists of two buttons, play and pause, and resume and stop. And two tracks, more will be in future. Each track has two checkboxes, mute and record. The meaning of the buttons is obvious. Now let's check what the program does. We record the first track. Taras takes and records it. Hello, this is track one. And now let's check. What's recorded? That's something. And now let's do the same with the next track. This is track two. Now let's listen. And now let's play two tracks together. Чтобы они видели нашу сцену.
Ручка на камеру. Сама камера. Окей. Выше, если подсунуть, то не надо выше. На тупо. Кто следующий? Brussels, one more time, do you hear us? Hello? Because we don't hear you. Okay, we're continuing. Ні, це мікро. Там має бути включено. Брюссел? Hi everyone. I think it's not so clear which maybe okay. I would like to present to you our small program. We have a very small team of two persons. My name is Boris and my colleague is Anton. We design application which is called Help Me. The main purpose of this application to help people. I don't want to tell you a lot of technical things, but one example. You come to a foreign country and you don't speak, for example, Ukrainian, and you miss your direction in our big city. For example, you come to Euro 212 and you cannot speak English and you want to ask somebody, please help us, because some problem with our application. One thing was you should to do, you should press one button and enter your information. What do you want to, for example, found some direction, and here is an example of your personal profile. You can enter previously your information, your name, age, and your social accounts, and if you want to send request of assistance of help, please back one page to main menu, and if you want to send to web server your question ask of help assistance, you press I need help button and enter your information at some very simple information, your name, your problem. For example, I'm missing your city, I'm from United States, I speak English, who can speak English, please help me. And you can also allow to import your personal information from social accounts. When you press OK, this information going to web server, and some volunteers who can share their kindness to help you can find you on a real Google map and ask what is your problem and assist you in this problem. For example, translate some words, show your city or any your problems. Okay, and to monitoring of these people, we can go to web map, to Google Maps. Here it's coming. Okay. Oh, maybe it's not clear, but this Google Maps, you can see green point. This is your location, and now you can see blue points. It's volunteers who can help, who eligible to assist you. For example, this policemen or another persons. And
orange buttons is people who need assistance. For example, you also they also miss some direction, and you can come to this closer to these persons and stick together. Yeah. And for example, if you click at some volunteers, you can see his photo, his name, his his experience rating or something. And you can see PayPal button. It's mean you can donate this person. For example, when he sent he received a message, please help me and I donate you. Maybe it will help. It's our strong reality. So this is very small. We created just in few days. It's we have a lot of ideas how to add more services, to how to connect with police, with some social, and we hope this it became social network for help people to make people closer to each other in real life, in real map. And you can see we did people generator. It's now we have no people, just server. It's connected to server, and server generate people. They moving, and you can see it's a real time working system. Thank you for your attention. I hope questions to our emails that we would like to receive or answer. Thank you. Maybe any questions here? Борис, это первое приложение с очень ясной идеей, и идеей в принципе интересной, потому что такой формат связи с волонтерами мне, например, не приходил и в голову, но и в моей практике не было. Нам тоже показалось, что такой способ коммуникации, он как бы социальный. То есть... Для больших ивентов типа чемпионата мира, олимпиады, это в принципе должно работать. Потому что... И вообще, нам кажется, что должно помогать организовывать, например, вот когда большое скопление людей и у кого-то есть проблемы, то есть мы планируем добавить категории по категориям проблем, например, там потерялся в городе, там, или ищу жилье, или там, ну, например, там ищу друга или что-то еще, то есть как-то по категории. Еще раз уточним транспортировку, то есть в каком режиме сообщение это. Вот данная система работает онлайн, то есть получается. Мы, извините, все время закрывается. Получается, мы коннектимся в любой. Как получает человек? Нет, мы в любой Wi-Fi. Нам нужно любое интернет-соединение в кафе. Только мы получили интернет-соединение через Wi-Fi, через 3G, мы сразу заходим на сервер, у нас уже сервер знает, что мы пользователь. И получает список вот, и я запускаю, что мы можем искать людей в радиусе, мы можем задать от километра, от 100 метров до всей Украины, посмотреть, сколько людей требует помощи, например, мы думали, что помощь, например, там вот, ну, у кого-то есть собака-щенок или некому отдать, вот, тоже помощь по нахождению этих людей, но это как бы следующее развитие категории. Сценарий, да? Да. Да, вот как раз проблема, когда человеку стало плохо, это вот emergency help, которая должна быть please help me, I have some painful feelings and please help me. This is really, really important in real life, because some old person who missing CD have a problem with his health, it could be very, we can save the life. It's very important. And we hope that people will use like volunteers, because it's a very good thing. So for example, I would like to use this application like volunteers, because in your 212 I can help some people found exit or buy something. I expect that people will follow us in this. Okay, thank you. Okay, thank you very much. Ребята, давайте лимит поддержим.
Китайцев, которые вообще не понимают, как вот на английском писать. Может, кто-то говорит, я владею китайским, записал, и человек, который владеет китайским, сможет прослушать и помочь. Поэтому мы рассчитываем на такой путь развития. Все, спасибо большое, не буду больше задерживать, что... Ребята, давайте в режиме презентации, вопросы и ответы. Обсуждение у нас будет еще целых 3 часа на включение. Окей, приглашается следующий. Кто это будет? Илья, давайте вы. А, вот, вот. Ты будешь следующим, да? Хорошо. Ложите вниз, вниз. Ой. Да, вот. Как же меня будет снимать? У тебя есть кто-нибудь, кто может кликать? Нет, тут должен я. Ты? Ну окей, тогда снимаю во все. С другой стороны. Hello, my name is Andrei. I did from the scratch a special application called Say Cheese. What is this application? For example, I will tell you about one short history. Just a few weeks ago, somebody stole a phone of my daughter. So I love my daughter, so I bought another one, and since that time, I had desire to invent something, some application that will catch the picture of the person who will stole the phone. When, if he will stole the phone, he will reboot the phone, Android will start, and in this moment, the phone should take picture. In background, without preview, without autofocus, without nothing. This application should store this picture in some direction, directory, and then will send this picture to the email the person will enter during this setup of the application. So during these 2 days, I did just a half of work because I was working one, just alone. So I did these things. Now I will show you. Actually, this application now will will take picture, will store it in directory, but will not send to the email because I need more time for this. Okay. Поздравляю, если будешь. Now we will see. Here is the application that was started. Here is the very strange image. I was motivated by the view out of the window. We have cemetery there. So, okay. I will put here email. That's it. I enter an email, I say okay. This is person user should do just one time. Just one time, application will start with the email. Email will be stored in shared preferences. And broadcast receiver will start to work and will expect a message about that boot complete. So now I will restart Android. Okay. Now I will start it. Okay, I will try to put my face in order that the phone will catch my picture. I leave some messages just for test. You will see when broadcast receiver start to work
then when we will start service, that will start camera. Now you see message about the broadcast receiver catched event. Shooter service is started, and now we should expect that picture is taken. Okay, I will try to find where is the picture. My files, pictures. This is the list. Now we have 1955 time. Here's the last picture I did. You see? That's it. Okay, and here, before that, I did some occasional random pictures. Very interesting, and bathroom. And office downstairs, global event. Почему я не показываю? Показывайте. Okay. So okay. What left to do is accomplish to take this picture from the folder and send it to the email that was stored and shared preferences. And more than that, I think that it would be good if we could add to this application, to the picture, geoposition that will catch position of the person. So you will receive if somebody, a hero to 2012 will steal your phone, you will receive email with the picture of that person and the place where he stayed. Okay, thank you. Big thanks for Timur, Taras and Roman for their time. On which term do you make this this application to launch? When you change the SIM card, or what is the requirement this your application to be started, or you just start it each time the phone boots? It will start each time from boots. If you will reboot your phone, it will wait until it will take picture of it. Maybe much more simpler is to make it on a SIM card change. Maybe. Because usually when the people stole the phone, they change the SIM card. This is, I think, not very big deal. For me, it was very difficult to think about how, if there is a possibility that the camera will take picture and background without preview. And yes, it is possible. So other things is easier to do. Okay, thank you. До следующей. Окей. Можно вывести на основной экран презентацию? Просто кликнуть по кнопке с презентацией. Роман, не могу? Я зараз кликаю. А, это не Роман, это... Извините. Окей. Кого на камеру? А, потом мы не вернемся. Кого? Hello all. First I will sorry for my bad English, and because I don't have to be in touch with brain, I will begin speak on Russian. Итак, добрый вечер. Мы команда Cognos Android Team. Нас трое. Я, Роман и Антон. Собственно говоря, нашей целью на хакатоне была реализация минимально необходимого функционала для системы контроля локаций, которая состоит по факту, ну, по сути, из трех приложений. Это администратора, подчиненных ему приложений, которые он курирует, и веб-сервера. По факту пришлось написать даже четыре приложения, так как данное железобетонное чудо представляет из себя клетку Фарадея, и
GPS тут не особо работает. Вот. Нам пришлось еще реализовать эмулятор для установки там, фейковых координат клиента. Так, что из себя представляет наша система? Как я уже сказал, это администрирующее приложение. Администрирующее приложение подсоединено к веб-службе, которая была написана Романом сегодня ночью. Вот. Все это взаимодействие с C2DM сервисом Google, то есть обеспечивает пуш-нотификацию. И опять же это с нашим веб-апом коннектит наше приложение клиентское. Получается его текущие сеттинги, чекает на него с по заданным сеттингам свои настройки, взаимодействие с Google Maps, и наш администратор имеет счастье наблюдать на своем экране, где находятся все его скажем так, подчиненные. Илья, можно одной фразой сказать, что делать в приложении? Вы сказали много терминов, да, которые были, по крайней мере, как мне казалось, не всем понятны. Да, что делает наше приложение? Собственно говоря, сказать в двух словах, оно проверяет, точнее дает администратору возможность видеть, где находятся те, за кем он, так скажем, присматривает. То есть те, у кого на телефоне находится сервис, который время от времени постит куда-то там в облако его локацию. Да, есть похожие приложения, это тот же Latitude, который там по дефолту установлен на HTC, это тот же Google Maps, который позволяет наблюдать, скажем так, ваших друзей. Но в чем наше отличие? Наше отличие в том, чтобы дать администратору как можно больше, так скажем, тонких настроек. То есть администратор может установить по координатам определенные зоны, в которые можно входить, в которых клиент может находиться, или который не должен даже заходить. Потом наше приложение дает возможность, допустим, устанавливать список локаций, к которым он, скажем так, может приближаться, а может, а лучше ему, допустим, не приближаться. Допустим, вы не хотите, чтобы ваша дочка там посещала Макдональдс, неважно по каким причинам. Вот, вы задаете это как контролируемую локацию, сервис чекает, в радиусе 50 метров, там, это тоже как бы относится к тонким настройкам, находится ваша дочка там с Макдональдсом или не находится, если она таки туда попала, то вам приходит нотификация на ваш телефон о том, что вот такое событие случилось, а вы уже там как хотите, так на него реагируете. Кроме того, благодаря тому, что это, собственно говоря, веб-облако и все такое. Это контроль 24/7, то есть 7 дней в неделю. А, у меня процессор. 7 дней в неделю 24 часа. Это значит. Это возможность оперативно реагировать на изменяющуюся ситуацию. И еще фишка является то, что клиентское приложение, оно самоконтролируется. То есть параллельно запускается еще одна служба, которая, собственно говоря, проверяет состояние первой службы, если она там была отключена или какие-то ее там настройки были изменены, допустим, там пропала связь, пропала GPS, она пытается ее восстановить. Вот, если восстановить не получается, она, скажем так, напрягает клиента всякими там нотификациями, типа включи 3G, включи GPS, выйди на связь, черт побери. Сервер, значит, если не получает от клиента отклики в течение заданного промежутка времени, нотифицирует администратора о том, что его клиент не вышел на связь. Опять же, администратор имеет возможность реагировать на эту ситуацию и так далее. Теперь по использованным технологиям. Значит, за базу на нем было взят Android 2.2 и выше, потому что на нем есть поддержка C2DM, собственно говоря, это пуш-нотификации от Google. Был освоен Web App Engine от Google. Был задействован Google Maps, был задействован C2DM, была задействована Support Library для использования фрагментов, и были задействованы разработчики. Вот. Тут, собственно говоря, небольшие слайды с примерами нашего приложения. Ребята, вы далеко выходите за рекламу. Не-не, сейчас уже. Все, давай. Еще один слайд.
Теперь демонстрация приложения. Собственно говоря, вот тут можно видеть, да, мы задаем для клиента зону, в которой он должен находиться. Если клиент ее покинет, то администратору придет нотификация об этом. Это... Оба нужны телефоны? Да. Два телефона? Ни хера. Это у вас система. Что-то с телефон видно? А я к фокусу подкрутил. Фокус никак нельзя подкрутить. Так и будет. Ну, короче, ліворуч розміщена частина адміністратора. На ютубі буде. Адміністратора додав вже один клієнт, а справа, собственно говоря, емулятор місцеположення клієнта. Ні, навіть навпаки. Ліворуч у нас розміщений клієнт, якому показано, в які зони він може входити, в які не може. Це, вірніше, емулятор клієнта. Ми вказуємо свою позицію. І відразу приходить пуш-нотифікація на адміністративну частину, в якій написано, що от клієнт покинув межі дозволеного. Да, нажав на яку ми одразу ж переходимо на наше положення і можемо побачити, куди він, собственно говоря, попав. Потім попав. Переходимо назад на праворуч вище. Знаходиться зона, в яку ми не можемо потрапляти. Знову-таки нам прийшла пуш-нотифікація про те, що клієнт досягнув зони, якої не можна було. Возвращайся к анимации. Ну и последний слайд. Тимур, переключи, пожалуйста. Включаю меня, переключаю. Да. Все. Спасибо за внимание. Может, есть вопросы? Есть вопросы. Может, я послушаю, но человеку, который находится под контролем, приходит какая-то нотификация о том, что чувак, ты там находишься на опасном расстоянии, вот в актуальности. Потенциально это можно рассматривать как возможность для расширения функционала системы, но как бы при написании базового функционала мы исходили из того, что клиент может вообще ничего не знать о существовании этого сервиса на его телефоне. То есть такой скрытый контроль. Дочь, да, я тут АТБ сделаю. Друзья, вы взял свои телефоны без присмотра, проверьте внимательно, какие зарезы нам это нужны. Знаете, двое суток. Не, ну серьезно, как бы есть достаточно приложений, которые позволяют узнать чью-то локацию, но это, во-первых, ну скажем так, чего-то разрешение, и они не позволяют именно такие тонкие настройки осуществлять. Вот идея данной системы в том, чтобы вот, именно такую хорошую административную часть дать. Да. А есть, существует вообще такое понятие, как Google Native API? Google Native API. То есть половина функционала, который вы описали в приложении, он вполне работает в Google Native. Вопрос, а существует ли API, который позволит стороннему приложению работать с ним? Чтобы не изобретать велосипед с нуля. Возможно, существует, но как бы да, там, тот же C2DM, он рассматривается Google как какой-то там пробный сервис, он по сути тебе ничего не гарантирует. Я на самом деле сторонник того, что если ты пишешь серьезную, хорошую систему, то лучше ее написать свою и быть уверенным в ее работоспособности, чем надеяться на то, что никто не завалит твой сервер, только потому что он там пробный или экспериментальный. Я, кстати, участвовал в проекте, в котором там, в течение суток или двое нотификация вообще не приходила, потому что у Google вдруг рухнул C2DM. Все? Всем спасибо. Кто следующий? Хорошо, поднимите руки, кто не выступал. Иду. О, вот вы не выступали. Давайте.
Вперед трошки посунути. Okay. Hello, my name is Alexey Polishuk, and there is also two persons in my team. It's my brother Oleg Polishuk and Eugene Spichinevsky. So the idea of our application is to help people orient on the location. So, for example, there is some event which is held in a few separate buildings. It's spread through these buildings. For example, it could be the Euro 2012 in different stadiums. And a foreigner can upload this application, choose category, for example, Euro 2012. And select the list which was created by the users of this application. In this list there is some marks which is drawn on the map. The idea was that users can create this list of objects. So each list has its rating, each object has its own rating and description and this was the idea. So user can in main menu there is mode of adding the list. What do you mean by list? Is it layer of objects or what does the list contain? List contains the objects, different objects. Like the Euro 2012, there is many stadiums or many other buildings, and in this list there is these buildings. Кстати, господа, нас уже не слушает никто из зарубежа, можно поговорить на любом языке. Так вот, это может быть не только такие ивенты, это может быть также человек идет по улице, он с девушкой, он хочет пойти с ней на свидание. Он не знает, куда пойти, что может сделать человек сейчас. Он может в Google набрать кафешки где-то в этом районе. Да, и он покажет то же самое на карте. Да, там есть какое-то конечное описание, но оно создано как бы Google. А идея, чтобы каждый пользователь мог создать свой набор вот этих мест, куда он советует пойти. Дальше эту программу можно развивать, как сделать user account manager, то есть каждый пользователь не просто там подобавляет объект, как хочет, а его там, если он не такие, рекламы какую-то добавляет, то его можно банить за это. Все объекты, которые он добавил, можно убрать там. Вот такая идея. Что еще там у нас плана было? Может что-то добавить? Ребята, вы видели сервис My Maps от Google? My Maps? Который позволяет любому пользователю Google Maps создать свои тематические карты, и любой другой пользователь может загрузить эти карты в свои карты Google Maps. Ну, значит, идея была, чтобы сделать это на Android, такое приложение, адаптированное. Ну, окей, просто есть стандартное функционал Google Maps на Android. Да, ну, не в курсе. Вот. Просим. Спрягало на сервере. Сережа, у нас есть свой хостинг, и на хостинге есть XML-файлы, мы заряжаем XML-файл, его парсим, в этом файле есть список всех ивентов, с ссылкой на следующий XML-файл каждого ивента. И мы загружаем для каждого XML, для каждого ивента свой XML-файл и парсим его и выводим на экран.
буде бажання, то хоч я покажу, як це зараз зараз. Ще було запитання. Останнє питання. У кого был вопрос? Еще вопрос? Нет вопросов. Ну, спасибо. Окей, спасибо, ребята. Выгрузим. Уже, да? Тільки звук не пішов. Почему мы всегда, когда идем на свидание, мы должны посмотреть в социальных сетях о девушке что-то? Почему? Все смотрят, когда идут на свидание, нет. О человеке что-то? Нет. Я? Большой курс. Ну, я хочу немножечко другого. Наше приложение заключается в том, что люди его скачивают и не открывают. Вот такое вот у нас приложение. Они о нем забывают. До того момента, пока не встречаются в радиусе 50 метров, 20 метров с людьми, которые тоже имеют это приложение. У них есть фотография. Она присылается другому пользователю, и вы можете либо позвонить, либо не позвонить. Это свидание вслепую, это свидание в любое время. Вы бросаете все свои дела, вы... Идете с девушкой на свидание, это прекрасно. Вы идете на работу, вы звоните и говорите, знаешь, Максим, Вася, Петя, я не могу. Я встретил девушку и я влюбился. Это наше приложение хочет вам подарить просто сказку. Скачаете ли вы его? Скачаете? А за 5 евро? Вы хотите сказку? Кто из вас не хочет сказку? Пожалуйста, поднимите руку. Кто-то не хочет сказку? Мы уже в сказке. Тогда, я думаю, 35 скачиваний точно будет. Спасибо за ваши 350 долларов. А, подойди. А что-то работало? Телефон. По GPS координатам знайшли, хто приймає рішення, що всі дві години зустрілися? Сервер. Тобто у них постійно є певне з'єднання з сторонною стороною? Так. І як часто ви шлете якісь дані пропозиції? Достатньо часто. Достатньо часто. І сервер відслідковує, що зустрілися дві години? Хорошо, ти кухало жінка? Ще ні. Хорошо, якщо немає інтернету, виходить, я буду без дівчини. Ну,
буде резкость. Буде резкость на Ютубе. А, да? Буде резкость на Ютубе? Хорошо. А можешь потерять зеленый экран? Да, вот этот вот, который написано. Вот этот, пожалуйста, второй. Вот сюда. У нас были технические неполадочки, поэтому мы и рисовали. Добрый день. Меня зовут Дмитрий. Я представляю команду Lucenti. Ну, такая команда, которая называлась... Ой-ой-ой. Живой. Да, хорошо. Ну, все вроде показывает. Команда, которая собралась на хакатоне, а вот они, эти ребята. Владимир, Саша, Саша и Дима. Вот. Значит, за эти два дня мы разрабатывали сервис, который позволит людям получать определенного вида истории или так называемые экскурсии. Значит, идея такая. Предположим, вы выходите в какой-то бизнес-поездку, свой бизнес-трип или какое-то, ну, скажем так, короткое путешествие. Вы приехали на чемпионат в другой город на 2 дня, на 3 дня. У вас нет времени смотреть какие-то экскурсии, заказывать, ездить на автобусе и так далее. Но вы знаете, что вы будете в этом отеле. Спасибо. Вы знаете, что вы будете в этом отеле в этом месте. И вы сможете подготовиться к этому, закачав дома у себя, при помощи нашего приложения, закачав дома у себя пакет экскурсий, который будет возле вас находиться. Приехав туда, вы выберете свой Android-телефон, вы выбираете экскурсию, вы уже берете наушники, и по определенным чекпоинтах, которые, собственно, экскурсия состоит, вы можете прослушивать ту экскурсию, которая уже была подготовлена до того, как вы приехали туда. Значит, это, скажем так, основная идея, что мы реализовали. Я сейчас покажу, что мы сделали за 2 дня. И основную идею, которую мы хотим дальше развивать, ну, то есть, во что это должно превратиться в конечном итоге. Так, надо включить телефон. Да, вот. А переключите, пожалуйста, на экран. Сейчас, сейчас, починай. Итак, приложение, ну, пока вот такое черное. К сожалению, не видно резкости, но состоящее из 2 табов пока. Это истории, которые находятся возле вас, и загруженные истории, вот здесь написано. Значит, вы можете посмотреть список историй, они отсортированы по расстоянию к вам, находящейся от вашего телефона. Вы можете также нажать на эту кнопочку, на любую, и прослушать информацию о, ну, превью истории. Можете нажать? Микрофон. И вот мы... Да. Да, давайте я вам... This is a story about Kiev Pechersk Lavra, one of the most... В общем, да, мы записывали еще звук немножко, чтобы показать просто пример. Ну, у нас 11 здесь замокленных экскурсий, ну, так называемых экскурсий, которые здесь только превью и дальше какие-то звуковые треки. Теперь, если вы приедете на какую-то экскурсию, нажмите, пожалуйста, на экскурсию какую-то. Это, на самом деле, мы называем это не экскурсией, а просто историей. Вот, потому что это может быть не просто экскурсия, ну, это не может быть экскурсия полноценная, потому что она будет длиться, ну, примерно 10 минут, 5 минут. Вот, а это какая-то история от человека, который оригинально, скажем так, из этого места. Например, если вы приедете в Киев и иностранец, то вы можете прослушать, например, историю о Киево-Печерской лавре, рассказанную, например, каким-то экскурсоводом, просто записанным дома и выложим наш сервис. Вы можете закачать эту экскурсию вот сюда, нажал на эту кнопку «Download», перейти обратно в пункт меню и перейти в раздел «Downloads», вы видите, что она будет загружена уже здесь. Да, ну, немножко некоторые баги есть. Вот. Значит, и потом прослушать эту экскурсию непосредственно уже из загруженных. То есть она загружается непосредственно в офлайн, ну, как бы, по целым пакетом, и потом в офлайн режиме вы можете слушать ее сколько угодно. Также у нас есть еще такое понятие, как платные экскурсии, там, по-моему, номер 5. Да, вот, вы можете купить через PayPal. Ну, как бы, была такая тема, была такая вещь, как бы, зарекомендованная. Поэтому мы решили, как бы, ну, если есть такая возможность, чуть не поставить на чек PayPal. Вот. И, собственно, это пока весь функционал, который у нас сейчас есть на данный момент. Это, значит, основная идея, где можно использовать это приложение, это может быть, ну, вообще, как бы, изначально мы думали о social network между людьми, которые могут делать истории, экскурсии, экскурсионными агентствами, людьми, которым было бы интересно это слушать.
Вот. И плюс, это может быть использовано также, например, в музеях, когда вы приходите, например, в тот же Лувр, например, или в Третьяковку, и у вас нет немного времени, вы просто берете, вы закачали определенные экскурсии, которые вам интересно послушать, по какой-то картине или по какому-то определенным залам, и зашли в этот музей и спокойно прослушали то, что вас интересует. Собственно, если у вас есть какие-то вопросы технические или вообще какие-то общего характера, можете задавать, если вы уже закончили. Ну да, приложение, собственно, само собой бесплатно. Просто что, мы надеемся на то, что, ну, не надеемся, мы собираемся заполнить его контентом, если у нас получится, скажем так, выйти в какие-то призеры. Вот, да. Хотите полистать, готовое ваше приложение подходить? Хорошо. Нет, просто мы посмотрели маркет, вот, и вот именно такого приложения я не нашел. Я сейчас посмотрю. Я просто занимаюсь экскурсиями по Киеву, да? Я понял. И как бы это одно из приложений, в котором в том числе мы сейчас работаем с гидами по всем городам, с энным количеством экскурсий по каждому городу, платные, бесплатные, поэтому непрепки, GPS-привязки, фотографии, аудио. Ну, я понимаю, но там есть один нюанс, который, скажем так, возможно, здесь было, мы не успели реализовать. Это именно не просто экскурсии, а именно о том, что это должно, возможно, будет использоваться как социальная сеть между людьми. Просто, ну, представьте себе, что вы желаете записать